Старые архивы хранят много информации, но со временем бумага портится, изнашиваются носители. Не успеешь оглянуться, как ценная историческая информация исчезает. А чтобы этого не произошло, всю документацию хранят в онлайн-формате, в том числе и дипломы, которые получат будущие специалисты. Для работодателя это облегчает время, для граждан, соответственно, и время, и деньги. Потому что, чтобы предоставить, как правило, работодателю диплом или куда-то направить, необходимо нотариально заверять. Делать это уже нет необходимости. До конца года мы работы завершим, и работодатели смогут в онлайне проверять и граждане свои дипломы. Но готовы ли вузы и сами студенты к новшеству? Учитывая, что выдача диплома начнется уже с этого учебного года, этот вопрос задали Минобразование. В ведомстве рассказали, что ежегодно за подтверждением подлинности диплома обращаются 500 000 человек. А тут проблема решается одним махом. В этом году все дипломы будут регистрироваться в НУБД. Это, соответственно, бумажный вариант они будут выпускники получать, и электронная его копия будет храниться в НУБД. А это будущие обладатели дипломов. Каждый из них стремится выбрать профессию по душе и желательно, чтобы в будущем она приносила ощутимый доход. Но работодатели смотрят не только на документ, но и на способность приспосабливаться к изменяющимся условиям, готовность выложиться на все 100 на благо компании. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК 42.